Итак, ребятки, всем привет. Вернулись мы с Киева, еще не уехавши. Короче, не получилось. Вот так, ребята, приехали мы. Вернули нам деньги за билеты. Так нормально, я не понял. Смотрите, сколько теряешь. Ну, это потому что видно, это отбытие вот через несколько часов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, раз, два, три, через 4 часа мы бы должны были ехать уже. Правильно? Там 8 вечера поезд. И вот мы 458 гривен потеряли. Вот стоило. 718 гривен стоили билеты туда и назад. Ну вот эти, которые сегодня, много потеряли на них, потому что они вот уже за несколько часов до отбытия. Вернули всего по 55 гривен. А стоили по 230. Короче, дурдом. В общем, не получилось. Что-то там не срослось. И нам не получилось поехать в Киев. Все, ребята. Вот так вот. Вот столько мы потеряли. Ну, обещали вернуть нам деньги, не знаю. Ладно. На сегодня всем пока. В общем, ребята, со всеми, с кем договаривались. Ой, все, отбой. Жалко там. Подписчиков хотелось столько подъехать. Ну, короче, пока, ребята, отбой. Ну, что я сделаю? Может, в числах 20-х надо будет опять ехать. В общем, все. Переходите в чат в скайпе, там пообщаемся. Все, всем пока. Побежали мы хоть что-то делать. Хоть ворота эти, елки-палки. А то время зря потеряли.